Пусть они прыгают, бегают. Что хотят, делают. Стань левую стоечку, левой рукой подержать. О, Миша, отлично! Поскользнулся. Что, Игорек? Что ты решишь? Такая рука, ключи исключаются, такая рука, он не сможет, он не стоит.
Чистый. Раз, два. А прямая? Сюда, конечно. Раз, он тебе пас, Ну? Почему мы здесь не Ну думай, что тебе дать? Какой тебе задание? Дальше? Давно подтягивали. Да я такой, какой-то. Подтягивали, делать не могу. Красавчик, Саня, вот так вот. Ну мы нам будем Я ему пожираю обезболивающий укол сделать, мне не хочет. А топора, топора нет? Ну, нет топора. Можем обезболить вообще. Так, раз. Можем ножичком? Нет, нет. Чистый. Мате? Я хочу еще. Мате? Тебе надо муж. Что ты хочешь? Еще ворот надо. Это вам? То. Стоп. Куда ты ушел? Я говорю, ну ты, это же значит уходить. Так. Саша, иди к Мише. Артур, иди к Денису. Так, садишься. А ты идешь мне. Готовы? Ты уходишь. А ты ходил сюда. А, я извиняюсь. Хочу. Миша. Денис борется аккуратно, не расслабляется. Так, а вы вдвоем вот сюда сидите. Сейчас будете бороться вдвоем, потом отдельно. Ну вот же шея торчит, пересидят на него из-за души. Велосипед тебе нельзя, ты падаешь. Я просто помогу мне, Можешь поспать. Красавец, Мишка. Миша, Мате. Саша, молодец, Саша. Упал, взял, перевернул и удержание сделал. А что вы плохо? Плохо. Ушами плохо. О! Вот, левой рукой, правой отдал. Все. Улетишь. За него заходи, за него заходи, души надо. Нет, ты смотри, что на лицо. Поднимай все. Мате, стойко, выкопар. Старайся. Смотри, Макс, я думаю, Макс, это какой-нибудь там, бой. Вот это рукой. А это смотри, все время к себе, Пошел. Что такое, Саша? С этой стороны. Там камера. Красавец! Мишка, стой! А продержал чуть-чуть и стой. Да? За него! Забегай! Стойку. Готовится, да, Максим, Фабиана, Мишка. Вот. Какие ноги? Жесткие, да? Стоишь на пятках, ноги прямые. Одна впереди. Ты должен как кошечка.
как лев. Денис, вы меняетесь местами. Миша, берешь Кубиану. Макс, сзади. Макс, уже. Видишь? Уже не делаешь ничего. Держишь одной рукой. Не даешь захватывать ему. Потом, когда поворачиваешь, он пролетает мимо. Фабиана, а что делать? Что делать, ребята, не то, что просто. Выходит Катерин, вот Максим. Макс, ты устал?
Я? Да. Усо? Нет. Нет, молодец. Миша будет бороться с Артуром. Серьезно, кто победит? Давай ему там. Я заберусь. Откуда я знаю? Я тоже пропаду. Да? Ну давай. Так едешь, я сам не так люблю. Она может выиграть, может и проиграть. Все зависит от того, какие правила поставил. Если вытолкнул, то Бяна может выиграть. А если броски, боюсь, тут бабушка надо сказала. Готовы? Джо! Отдал? Все. Стоп. Вам, Матэ. Почему он, почему ты ему правую руку отдал? И захват снизу, и эту руку отдал. И сразу левая рука где? Не пускай, не бери захват, не пускай. Скажи. Молодец, Миша. Выбрал ты себе друга больного.